Зажинки в агрофирме «Лучники» прошли 21 июля на поле у деревни Молотково. Главные герои праздника, конечно, механизаторы и водители. Но и без других специалистов невозможно вырастить и собрать богатый урожай. Потому всем им честь и хвала, огромная благодарность. Добрый день, шановные сябры, добрый сонячный день! Щиро вітаю вас и от депутатов Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь. От себе особисто віншую с этим чудовным святом зажинок. Ваши золотые сердца, ваши золотые руки взрастили эти золотые колосы. И сегодня под таким пригожим сонейком у безмежным небе, якое зяє над вами, хочу пожадать, нехай добрым урожаем отдячить нива. Нехай будут лад и сгода в ваших семьях. Нехай не подводит ни надворье, ни здоровье, ни техника. Нехай заусёды вам сподорожничая удача. Дякую вам за вашу працу. Поспехов и еще раз со святом. Гости праздника приветствовали аграриев, желали здоровья и хорошей погоды. Для руководителя ОАО «Агрофирма Лучники» это особо ответственная страда. Это для меня первая уборочная кампания в качестве руководителя. Поэтому хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, больших намолотов, большой зарплаты. Ну, по намолотам вы уже посмотрели, что урожай у нас есть и заработать можно. Поэтому нам надо в кратчайшие сроки с минимальными потерями убрать наш урожай. Еще раз здоровья, ну и без потерь, как говорится. Настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лучники Михаил Вейга благословил тружеников. Владимир Росинский – один из самых опытных комбайнеров. Больше 25 уборочных компаний на его счету. И он всегда в лидерах. Настроение боевое, заработать побольше денег, урожай хороший собрать. В хозяйстве больше 30 лет, а по счету, может, 26-я какая-то. Больше 25, да. Как думаете, урожай в этом году будет хороший? Неплохой, неплохой. Но погодные условия нам должны посодействовать в этом, чтобы мы собрали успешно, аккуратно, без потерь. Будем стараться. Водитель Сергей Сидорок проводит четвертую жатву. Самый высокий пока его результат на отвозке зерна – более 2500 тонн. С каким настроением приступаете? С хорошим. Чего ждете? Ну, зарплат хороших жду. Больше так. И чтобы кормить, и одевать красиво. С раннего утра до позднего вечера гудят в полях комбайны, машины отвозят зерно. Уборочная страда в разгаре, ну а Случино не подведет и в этом году.